Всем здорово, друзья! Не болейте, и мы посмотрим новый ролик от коротыша за камини. За катуна. Поехали. Хочешь развлечься? Стой, не висай ты вниз. Залезь мне в сердце, а не в мой плейлист. Вандал, не слушай. Я как поганка, могу засрать всех, но я не засранка. Это типа коронавирус такой гаденький. Это коротыш. Черт, я пустой. Что у тебя? Последний патрон. Ого. Без паники. Батя в здании. Гречка и туалетная бумага. Зачем тебе столько гречки и туалетной бумаги? Сейчас мы знаем тайну. Шоку вытирать. Они и есть. Вируса помогают. Зацензурено. Разве? Нет, не думаю, это вряд ли. В смысле? А какого хрена их так все закупал? Ну-ка, в смысле, сработает? Чтобы отстреливаться от вируса. Отбиваться. Смотри, увидят, испугаются. Нет, типа норм. И что делать? Что ж, зато теперь мы точно знаем, что гречка не работает. Вот зачем был нужен последний патрон. Дорогие друзья, мы совершенно не опасны. А, да, не опасны. Пожалуйста, не мойте свои руки и как можно чаще собирайтесь большими группами. Целуйтесь, обнимайтесь и... Такой, о, супер. Облизывайте. И облизывайте. Сарказм. Пальцы после... И унитазы. Да, унитазы. Да что за... Получай. Последний выживший. Господи, когда же вы закончите сидеть? Я надеюсь, вы понимаете, что это был сарказм и шутка. Следите за своим здоровьем, мойте руки, сидите дома. На самом деле, да, немногие поняли, может. И вытирайте. Да ладно, это все понятно. Не, ну если кнопочки такие, то... Ты слышал, как нам заботится за камень от нашей попки? Да. Да, он себе это вытирает все только качественной бумагой туалетной. Типа покупать только самую дорогую бумагу. Да, самую элитную, чтобы попка была шелковой, мягкой и нежной. Вообще, на самом деле, туалетную бумагу берут не потому, что все высирается. Я думаю, ее берут, чтобы как отрывать кусочки и типа не трогать ручки, а просто как одноразовые бумажки, как платочки использовать. Типа кашлять в руку в туалетную бумажку. Ну, типа это экономнее, чем кучу салфеток понакупать. Или нет? Не знаю. Или не все-таки... Знаю. Вдруг они готовятся на, а знаешь, еще... такой как апокалипсис. Все, последний день, тебе придется с дома не выходить вообще, и ты, а как, и же надо, а вытирать же надо. Слышишь, ну тогда это какая-то дискриминация, почему тебе покупают гречку, а как же рис, а как же там другие крупы, почему именно гречка-то? Или это только характерно для стран постсоветского пространства с гречей? Мне кажется, макароны. Макароны, мне кажется, это все-таки Америки, а в Италии, да, потому что их такая национальная еда, а у нас как-то типа туалетная бумажка и греча. Это типа национальная еда? Я не видел, чтобы у нас туалетную бумагу скупали. Только на Западе скупают туалетную бумагу. Особенно замысла. Они просто очень любят свои попки. У нас не так любят попки. Понимаешь? Я знаю почему. Знаешь почему? Потому что в наших еще реалиях люди помнят времена, когда на частных домах стояли вот эти вот туалетики, такие деревянные коробочки с сердечками, когда в некомфортных условиях ты такой шуруешь, потираешься газеткой такой, знаешь, без исходности. Сельский туалет. Да, или там подмываешься, и люди типа, нахрен нам туалетная бумага, если что, мы справимся, лопухом подтерлись, и все, прекрасно, жизнь чудесна. Я думаю, вот этому... Нет, значит, это не для жопы. Ну, значит, да. В общем, не болейте. Мойте руки. Мойте ноги. Мойте все. Пока. Не смотри, ланда, что тебе покажет эта баба и старик, а?